Так, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Это люди, которые сейчас в эфире. О, спасибо большое. Это машина была? Не знаю. Это машину нам подарили или что это? Ты что так засветила нас? А это что засветило? Спасибо большое, это подарок. Thank you. А почему мне тут не показывают? Мы местные в Москве. Ну, мы живем в Москве. Спасибо большое. Это эффект входа пользы. А, да. Мы сидим, думаем, что это нам подарки. Конечно, это расстроенным голосом, да. Сказала. Добрый человек, спасибо, что ты написала. Там тут сидим, благодарим все. У меня тоже квартира есть в Москве, но я сам из Кемерово. Угу. Ответь на звонок, пожалуйста. Мы принимаем звонки, и вы себя не показываете. В чате был. А, и тут как вот эти высвечиваются. Стал топ-1 пользователь. Я открою. Спасибо большое. Что откроешь? Лука, что откроешь? Типа в чате видно. Свой мир перед тобой. Классно. Да, прям цитата великих поэтов. Привет, денег на карту хочешь? Если да, ВВС жду. Мимо, пожалуйста. Нам это не интересно. Я есть поэт, даже стихи пишу. Ничего себе, давай напиши что-нибудь. Давай мы тебя поднимем, и ты прочитаешь стих. Да, давай. А где ваши мужчины? У нас нет мужчин. Да, извините. Жду в личные, скину вам. Спасибо, не надо. Что насчет работы в Биго? Блин, мы к этому не относимся как к работе. У нас есть работа, мы просто туда заходим посидеть, как делать нечего. Девочки, в инсте сидите? Сидим. Вы босиком или в носочках? Одна босиком, одна в носочках. Спасибо за корону. Спасибо. А, так, попробуйте, а там разберемся. Спасибо за корону. Большое. У кого ступни больше? Ты фетишист какой-то на ступни? Хотите, угадаю, кто вы по нации? Ну, давай попробуй. Ты просто тут сидел, мы тут уже всем говорили, кто мы по нации. Если угадаю, подними на звонок. А мы и так поднимем, если что. В губах есть филлер. Немного. Ну, ты же хотела угадать. Ладно, подними. Привет, как дела? Как строим? Хорошо. Блин, у нас просто мы сейчас поднимем, у нас упадет актив. Если он не будет молчать. Или ты будешь себя показывать. Кто без камеры, мы не поднимаем. Бандитка, спасибо, моя хорошая. Ой, спасибо. Девочка, донатит, так приятно, спасибо большое. Спасибо. Вы откуда? Мы из Москвы. Мы из Москвы. А ты? Такие милые. Спасибо. Спасибо.
Блин. Спасибо большое. Город, спасибо. А кто там что еще писал? Блин, мы не успеваем следить за чатом. Прикиньте. Так что если мы на что-то не отвечаем, вы нам просто пересылайте. Подними на секунду правую руку. Чё, зачем? Привет. Hi, guys. Привет. Можно вопрос, а вы сестры? Нет, мы подруги, мы живем вместе. Привет. Привет, привет. У нас правая сторона вот здесь. Вот здесь. Кто Даша? Не видно? Я точно не похожа на Дашу. А мы похожи на... Кто похож на девочку с аватарки? Там просто у меня такое лицо. Типа, hi, bitch. Хайбо. Я не армянка. Давай познакомимся, давай. Конечно, можно. Я кабардинка. Ладно, тут все понятно. А я кто по нации, как вы думаете? Нет? Чё он писал? Слева получается кабардинка, а вот ты, мне кажется, семь... Смесь, но больше на русскую похоже. Я чисто русская. Меня Элина зовут, Элиша. Угадал, поднимай. Слушай, вот прям ты с первого раза угадал, что она вот кабардинка. Ни даргинка, ни армянка, никто, вот именно кабардинка. Мы просто этот... Мы просто говорили здесь, кто она. А ты будешь себя показывать? Разве? Да. Вот видишь? Привет, привет. А кабардинки все губы накачивают. Но мне кажется, то, что...